Проблема дороги в Зубовку поднимается каждой весной, когда необходимо пустить по ней автобусный маршрут для огородников и для детей, отдыхающих в Бригантине. Этой дороги нет ни на одной карте, она никому не принадлежит, а значит, что и ремонтировать ее никто не обязан. Сама дорога проходит по территории Краснокамского района и лежит вне пределов городского округа. Она не значится ни в одном документе и с точки зрения чиновников не существует. Нет бумаг, нет забот. Вот только страдают от этого наши городские автолюбители и огородники. Путь до дачи, который называют никак иначе, как американские горки. Я стараюсь не спешить. Ямы, первая, вторая передача, стараюсь пройти. Не тороплюсь. Убивать тут быстро. Тут. Сами по дороге ехали, наверное, видели, там метр на метр глубина, там 15-2 сантиметра глубина. Вот риски. Не пологи, а риски. Кому она нужна? Никому она не нужна. Вот сейчас скоро 1 мая, вот, народу в огород ехать, на автобус пойдет, не пойдет. Ладно, у нас машины есть, вот руководители есть, привозят. А те люди, которые без машины, старики, которые хотя чуть-чуть что-то на зиму запасаться будут, не знаю, как они будут. Вопрос об отсутствии хозяев трассы поднимался уже неоднократно. В январе дорога была включена в Росреестр как бесхозная. А это значит, что в будущем году этот вопрос будет решаться уже в судебном порядке. Несмотря на то, что город к этой проблеме не причастен, администрация каждый год пытается поддержать огородников, привлекая к ремонту различные предприятия Нефтекамска. На прошлой неделе было проведено совещание у первого заместителя главы администрации, куда были приглашены представители, руководители крупных предприятий города, которые пользуются этой дорогой чаще, чем остальные, с просьбой об оказании помощи в проведении ремонта этой дороги. Но пока мы отказа ни от кого не получили, отозвались уже автозавод, они уже вышли, возможно, сегодня уже работать обещались. Другие предприятия тоже не отказались. Надеемся, что в ближайшее время мы все-таки приведем дорогу в надлежащее состояние и откроем маршрутное движение по данной дороге. Каждую весну перед Башавтотрансом встает вопрос, можно ли пустить по ней автобусный маршрут. Ведь дорожное полотно не соответствует нормативам, а на многих участках машины вынуждены двигаться по обочине, что совершенно недопустимо для транспорта, перевозящего людей. Вот и приходится автотранспортному предприятию ждать, когда дорогу хоть как-то приведут в должное состояние. Прекрасно понимаем значимость данного маршрута, поэтому мы заранее каждый год готовимся к открытию этого маршрута. Автобусы у нас подготовлены, водители имеются, расписание движения тоже утверждено. Но хочу отметить, что для нас важнее всего и обеспечение безопасности движения пассажиров. А на сегодняшний день состояние дороги Нефтекамск-Зубовка не совсем соответствует требованиям обеспечения безопасности. Требуется выполнить ямочный ремонт. Как только будет выполнен ремонт проезжей части, мы сразу же приступим к выполнению рейсов. Другая серьезная проблема – это отсутствие остановочных комплексов на маршруте. Ведь именно тот, в чьем ведении находится дорога, должен оборудовать и следить за состоянием остановок. Замкнутый круг. Нет хозяина, нет и места, где можно спрятаться от ветра и дождя. Вот и приходится зубовским огородникам ждать подходящего транспорта и утясь на диване, который кто-то, видимо, принес со своей дачи. Обещанного 3 года ждут, только вопреки этому утверждению, зубовская автодорога своего хозяина и обещанного капитального ремонта ждет уже более 15 лет. Вадим Хисматуллин, Ильшат Исламов, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».